Привет, это я, Микаэль Фреска. Блин, зачем я врезаюсь? Друзья, сегодня я просто приехал в город, в магазин заехать, что-нибудь прикупить. Так, едем. Ой, блин, говдюреза. Блин, врезаюсь потихоньку. Так, едем дальше. Так, ой, что-то было. Там что-то пролетело. И что, шкаф? Чего? Шкаф? Какой-то моты? Какой-то мотоцикл? Прикольно вообще. И что это такое? Это какой-то непонятный шкаф, который просто стоит. Его надо убрать. Так, давай убиваем. О, все. Вроде как я убрал, мне нужно убрать пистолет, чтобы меня полиция не заподозревала. Так, мне надо это как-то убрать, как-нибудь. А, я вот так уберу. Если что, я знаю, как это убрать. Я с собой взял топор. Где он у меня? Вот он. На, пучай. Давай, разрубайся. Давай. Так, все. Конечно, очень интересно посмотреть, что же там внутри. Очень интересно. Поэтому я туда пойду. Так, ломаем. Так, а это что за дверь? Сломаем замок. Все, я пошел. Я куда-то попал. Мне очень интересно, что в этой базе. Так, откроем, да. Здесь открывается. И куда это я попал? Что это такое? Зеркало? Чего? Зеркало. Просто зеркало. Ничего особенного. Так, может, там что-то есть? Вроде как. Просто какой-то проход. Ну ладно, в следующий раз туда пойдем. Больше мне интересно, что у нас здесь. Ну-ка, смотрим. Через это. Бургер какой-то отравлен. Ну-ка, зайдем. И что это за формулы? Кто их вообще проходит? Так. Кто эти формулы вообще проходит, а? Кто? Такие формы проходят, а? Друзья, напишите в комментариях, кто видел такие формулы. Лично я никогда. Так, нужно все делать тихо. Отравленный бургер, чего? Блин, я его даже боюсь трогать. Там что? Ничего. Только какой-то грязный бургер, и все. Просто грязные бургеры. Это, наверное, формула ядовитой жидкости. А что же за этой стеной? Пока я не смогу ничего... Он знает, что это тут закопано. Тут почему-то закопан этот проход. Я не знаю. Почему-то закопан. Как это делать? Давай, открывайся, блин. Что же мне делать? Мне придется взять какой-нибудь меч. На, я не хочу раскопать. Так, это было полегче. Так. Чик-чик-чик, блин, закрыто. Что же мне делать? Главное быть тихим, а не твердым. Может быть, в этом котле нет. Может быть, под этой свечкой сзади нет. Стоп, а может быть в бургере? Ну-ка, да, в бургере прям был ключ. Так, да, подходит. Так, я куда-то попал. И тут просто какой-то валяющийся шкаф и бургер. Бургер, наверное, он тоже отравленный какой-то. Я не знаю, он отравленный или нет. У меня такое ощущение, что он отравленный. Поэтому не буду его есть. Закрою лучше этот шкаф. Так, а тут какой-то динозавр, я не знаю. А, он его вырезал этим мечом, я уже понял. Видите, у него на кончике что-то черное. И он вырезал этого динозавра. Так, тут, короче, какой-то конус есть. И тут этот шкаф. Шкаф я смогу? Фух, все, я его... А вот дверь, я не знаю, где ключ. Давай, это как отмычкой будет. Так, все, получилось. И она открылась. Так, куда это я попал? Я куда-то попал. А ты кто такой? Блин, его кто-то убил. 100% его кто-то убил. Так, джетпак. Так, блин, закрыто. Где мне тут ключ вообще искать? Может быть, у этого чувачка есть? Так, может быть, вот тут у него есть? Или в башмаке? Или вот тут вот, может быть, нет? У него нет. Может быть, в этих стаканах? Стоп. А может быть, поищем хорошенько? Нет. Нету. Так, нету. А может быть, в черепах? Да, в черепах были. Был ключ. Ничего себе, блин. Так, поедемте-ка. Откроем. Так, здесь. А там что-то темное. Ну-ка, посмотрите. Так, давайте работайте. А, блин. Босс, нам уже надоело эти бургеры травить. Травите. У нас скоро будет куча денег. Мы будем продавать эти бургеры. И все будут... И все будут их покупать и есть, и они будут умирать. А мы
То есть килаться, а мы будем радоваться, и мы будем получать деньги. Вы это слышали? Мне надо не дать им это сделать. Надо взять пистолет. Так где же он? А, что это за звук? Я лука быстро. Выходи. Так, вот это возьму. Так. Сдавайтесь вы там. А что? А, кидайте с него ядом. А, получили. Так, выбрасывай, ну-ка, сдавайся. Ты что, хотел продавать эти гамбургеры? Нет, я не хотел продавать. Я пошутил. Нет, я, а ну-ка, быстро пошел отсюда. А, ты бы мне попал по руке, блин. Как больно, блин. Нет. Так, я пошел в этот ящик. Что, куда? Ты куда спрятался? Я в ящике. Было найдено движение. Что? Это из-за этой камеры. Теперь меня кто-то должен, наверное, поймать. Так, что тут? Что тут? Все, я пошел отсюда. Ты почему дверь закрыта? Защитные роботы, атакуйте его. Что? Нет, нет! Ой, я тут заспанился. Получайте. Мы тебя убьем все равно. Так, получайте, блин. Что же мне делать? Тут какой-то портал. Мне надо успеть. Что такое? Что это за портал? Блин, куда я улетаю? Блин, что такое? Да-д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 а
начинать. Да почём? Ну все, это уже слишком, да. Все, я его снова высоко прибил. Так, где же тут? Они тут все отравляют. Мне надо сломать эти колбы. На тебе. И это тоже. Это тоже. На ней там трещина одна. Так, и еще одну. На. Бургеры отравленные. Что же мне с ними делать? В портал прям. Нет, нет, они не телепортируются. Придется их кидать туда же. Кажись, наверное... Я уже все бургеры убрал, и, кажись, я это правильно сделал. А это, наверное, не отравленное. Наверное, не отравленное, я надеюсь. Наверное, этот профессор от меня сбежал. Я когда-нибудь его достану, и я его смогу поймать. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. То поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это было все-таки немножко такое вот видео. Ну что, друзья, всем пока-пока. Если вы до сих пор, то есть, если вы новенький, то подписывайтесь обязательно. Ну и ставьте лайк. Вы же мои лучшие подписчики. Ставьте много лайков. И надеюсь, я когда-нибудь достану этого профессора и уничтожу его. То, что он хотел продавать ядовитые бургеры. А это очень плохо. Но я его достану. Когда-нибудь я его достану. Что ж, друзья, спасибо вам за просмотр. Всем хорошего дня и всем пока-пока.